Они что-то изменили с модельками, или я не знаю, потому что герой как-то выглядит, ну, более каким-то тонким, что ли. Странно. АК вроде лучше Скара сейчас. Go test. Ящики теперь очень важны. Там всегда левел 3 саб же. Ящики буквально игры теперь решают, кстати. Ты идешь за ящиком, ты получаешь 100% левел 3 саб же. Если ты нашел еще снайперку, допустим, у тебя уже преимущество против любого чела с коряком в игре. Потому что он тебя никогда не ваншотит. И у него точно нет левел 3 шлема. Точно. Ну как точно, если он ящик не брал. Папекс. Почему ты ставишь машину в гараже жопой к выезду? У тебя же иногда возникали траблы на стриме с выездом по таймингу движения синьки. Так нужно хорошо играть, блин. Таких проблем не было. Я ставлю мотоцикл передом, а не жопой, допустим. Ну что еще? Потому что мотоцикл проще развернуть, машину тяжело. Папич за скильки готовит пройти в так угру Якосу? Плюс в чат, если ты лучший игрок в мире. Ах так, слава Украине. Ненавижу осу. Вот как я разверну машину? Вот вопрос, почему я ставлю вот так вот ее? Как я ее тут разверну? Это супер сложно, куча времени тратится, нахрен надо. Нужно хорошо играть, тогда будешь нормально выезжать. Все очень просто. То есть, если я хуево выезжаю, я заслуживаю смерть. Если я, типа, сдохну из-за этого, ну, значит, так должно быть. СЛР, бать, красиво. Ух, красиво. СЛР с магазинчиком, с чекпадычем. То есть, это мне вообще уже не нужно. Кстати, я поскидываю это для байта. СЛР жесткая, кстати. СКС на самом деле теперь вообще непонятно, зачем нужна. Только мне кажется, СЛР с глушаком очень тяжело играть. Нужно компенсатор. Нужна очень большая отдача с глушаком такси. О, я из центра! О, вы из центра! О, я из центра! О, вы из центра! О, я из центра! Ну, не совсем из центра, но да-да, я. СЛР жесткая. На самом деле, отдача не такая уж и большая, как вы видите. То есть можно вполне контролировать. Я слышу, тут с коряка стреляли, я боюсь останавливаться. А тут чел уже? Охуенно. Вышел на секунду с гаража, заняли позицию. Бред, блядь. Ну и где он? Ну да. Я думал, он наверху. Ошибка. Как так произошло? Почему только вышел с гаража, чел оказался там? А вот и Шнеридзе принес в гараж успешного потока. Да-да, я... Как такое может быть? Не было ни одного парашютиста. Чё за рофлы, нахуй? Бежать, нахуй. У челика не помойка, это стрим-снайп, я же говорил. То есть, это была команда из двух челов, на самом деле. Это было два стрим-снайпера в одной команде. Теперь это у меня дошло. Ай, блядь. Как они меня снайпят, когда рейтинг 500 тысяч? Как это возможно? То есть два стрим-снайпера, а то я думаю, что не так? Это было два чела в одной команде, теперь все ясно. Ну хотя бы без волхака, так бы он меня увидел. 6x. Неплохо, подумал Попикс. А я могу 6x на калаш одеть? О, хуяся, можно. Вот как ты завись. Че она у меня сбилась? 6x, red dot. И сбилась! Вот это помойка! Оно сбивается, когда я меняю прицел. А нахрена спрашивается, в чем смысл-то менять прицел, если каждый раз сбивается. Те разработчики, они без мозгов. Ну безмозглые, смотрите, 6x, red dot, и все, у меня сбилось. А нахрена мне тогда это менять каждый раз вот так вот? Кучу времени занимает. Наконец-то! Какие уебанские круги сегодня. Привет, ты типа крутой стример. Чего так много боец зрителей? Круче Дрени и Маката. Ну, я хотя бы знаю, кто такой Дрей. Только там вроде Дрейнис. Как тебе сказать? Типа крутой стример. Ну, кстати, спасибо за тысячу. Как тебе сказать? Я вообще стример, которого могут смотреть, чтобы он не стримил, на самом деле. Начнем с этого. Вообще, конкретно по поводу PUBG, я не прям крутой, потому что у меня нету особой мотивации играть. Ну что еще? Я не думаю, что я крутой PUBG стример. Если бы игре пофиксили снайпинг, я бы мог быть крутым PUBG стримером, а так, ну... Я играю без мотивации, в принципе, и, ну, даже особо не практикуюсь. Ну, меня смотрят что-то. Меня вообще смотрят. Я могу чего угодно стримить, на самом деле. Ну, как чего угодно, не прям чего угодно. В армию встал. А я все думал, когда же ты появишься? Я не слышу ничего. Просто я смотрю PUBG только стримы, и тебя первый раз вижу. Понаблюдаю. Я проебал, короче, за того. Его убили.
Блин, вот... В конце игры, когда вот топ-10 уже донатить, ну, когда вы донатите, я просто обычно из этого умираю. Я труп 100%. Вот где-то вот через... Короче, комната ожидания моей смерти. Я умер, да. Да это нереально, лол. Я не могу с таким кругом что-либо сделать, не имея ни одного хила. Я не могу даже с челиками... Я не могу даже отстреливаться, потому что у меня ноль хила. Все думал, когда же ты появишься? Без обид. Я точно назло не... Да я не обижаюсь. Чтобы ты проиграл. Я бы не проиграл эту игру. Я бы не 100% проебал. Спасибо за 5К. А, нет, 4К, спасибо. Мне кажется, я не особо интересный PUBG-стример. Я не могу быть особо интересным. Они реально изменили модельку героя. Он какой-то прям тоненький стал. Как я должен упасть теперь на крышу? Если я не упаду на крышу, он меня убьет. Кто падает на крышу, тот побеждает обычно. Окей, я упал на крышу. Я ничего не вижу, я умер. Если он берет оружие, я умираю, правильно. Но я взял хотя бы жилет. Любое оружие, дроба, что уже хорошо. Чи? Это новичок, походу. Я думал, это снайпер, это новичок. Что он делает? Он же должен был знать, что я в этом доме. Тихо. Ну почему ты в тот дом пошел? Почему не в этот? Ну чем он там занимается? Ну! Я прям уже на пределе весь. Заходи. Наконец-то. Ты эту дверь не открыл, алё. Ты забыл дверь открыть? Куда он убежал? Что за... Это читер, парни. Это снайпер. Что это было? Он же не может знать, что тут нахожусь, это невозможно. Вот это, кстати, пример читера. Это же читер. То есть вы хотите знать, что это возможно, что... Вы хотите сказать, что это возможно, знать, что я там находился? Здесь не было никакого палева, он не мог знать, что я там. Ебать, что это такое? Это просто валхакер или стрим-снайпер, который посмотрел на стриме, где я нахожусь? Ну, ФК, я убил этого бомжа. Мою сука, Убегать, убегать! Найс, играешь! Конечно, в голову попал. Ну просто пиздец, ну как ты в голову попал? Все, я умер, потом. Я умер 100%. Да, я умер. Он просто в голову попал, ну почему? Ну челик, ну как так? Тогда обидно, только взял новый левел 3 шлем, сразу в голову, просто не, блин. Что это такое, десинка? Я... Умирать! Вы видели этот десинк? Машина телепортируется! Что? Как играть в эту игру уже? Да как? Куда оно летит? Куда оно летит? Куда летит пуля? А, теперь я промазал, теперь я верю. Теперь я тоже верю. А тот же самый был. Так ты тот самый попеч. Ну вот я тебя и увидел. А я, честно говоря, думал, что домашний хомячок какой-то накрутил зрителей и гамает. Сразу извинился. Тот самый попеч. Тот самый попеч. Опять работяга, да сколько вас тут? Может хватит, блин? Что так много? Не могу найти компенсацию. Я запутался. Я ошеломлен. Чатик, помогите мне определиться. Это стрим Попича или Шрауда? Так я ж против рака выиграю, блин. Чё за рофлы? Я и есть бридж-кемпер. Чем ещё заниматься? Главное, чтобы спину не уебали. Могу вот так вот залезть? Ой, могу. Это радует. Вот, это вообще идеально. Меня в спину не могут уебать, и меня ниоткуда не могут уебать. Меня вообще ниоткуда не видно. Я чисто такой сижу, отстреливаю. Ху! Так это круто! Если что, я могу лечь, меня вообще не видно. Ой, я плохо сыграл. Ай-яй-яй, я дебил, я ж попал в него. Я попал, но я слишком поздно калаш вытащил, это была ошибка. Я ужасно сыграл.
Расскажи немного, в чем секрет твоего успеха. Почему кака? В чем твоя фишка? Без подкола. Я не могу во время игры. Лежать! Еще. Тварина. Мой любимый после игры. Если ты вот после всего этого не возьмешь топ-1, то в принципе можешь не рассчитывать на вечернюю еблю с твоим любимым дядей. Кто стреляет? Кто там только что пукнул? Наконец-то! Красава. Лежать! Что они творят? Успокойтесь. Клятие 500 караки. Блин, а как я тут выиграю, если ты после всего этого не выиграешь? Как тут выиграть? Ты видишь круг? Надо было его шлем забрать потом. А, я ему сбил шлем, anyway. Ты чего? Вырубай! Ебать! Кира Найтли. Алисия. Кто из них топ? Попал уже, правильно. Топ-1 или бунт? У меня шлема нет, они не возьму. Ну что еще? Как это не попадает? Какую позу сегодня хочешь? Постарайся выиграть, сынок. Как? Лошадь, у меня... я дебил, у меня стояло 400 метров зероинг. Я дебил, короче, конченый. Это называется, гайз, быть дебилом. А, все, я труп. У меня стоял зероинг, найс. Как его только что не убило, я не знаю. Ну я уже, не выиграю никак. Я просто, короче, идиот. У меня зероинг 400 стоял. Я думаю, почему не попадаю. Я стрелял на дистанцию 200 метров с зероингом 400. У меня зероинг 400 стоял на снайперке. Я так и не понял, почему. Доби! Я, наверное, единственный стример, кто не падает за киллами. Это да, кстати. Я именно падаю, куда хочу. Стараюсь особо не воевать. Там сижу, кемперю в доме. Ну вот это, anyway, на стриме это полная фигня. Это не работает никак. Потому что если вы будете сидеть... Ну, на стриме в доме вас будут снайпить с щитами и... Ну, я принципиально делаю то, что хочу, мне плевать. А мог бы постараться выиграть топ-1? Мог я бы. Я так ждал тебя на нашей кровати из человеческой, блядь, кожи, чтобы отведать твою шип... Просто смех или бан? Просто смех или бан? Чего? Ты что, дурачок? Ты когда-нибудь попадешь? Ты когда-нибудь попадешь? Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Что я сделал, парни? Зачем я вообще остановился? Вот это дурак. Да ты чё, блядь? За честь и отвагу! Еще раз добрый. Да попади хоть раз! Рассказать, когда и в какой ситуации боль... Он что, издевается? Где он? Я его опять не вижу. Я умер. Ну что еще? Я, короче, такую хуйню сделал. Вот это идиот. Знаешь спойлеры новых Мстителей. Говорят, что дядя Богдан... Это дебил! Работяги. Что я вообще делаю? Что я сделал? Чем я развернулся и захотел его задавить? Что я делаю? Ну, кто так играет? Я бы так никогда не стал играть с мотивацией. В какой игровой ситуации более выгоден тот или иной прицел? Любой, ну, файт на ближней или около ближней дистанции — это 2x. На очень ближней — Red Dot. А на средней — 4x. Это на винтовках. Но на дальней дистанции достаешь снайперку с 6x или 8x. Все. Оу. На, застелись. Я застелил фраг. В этой версии из воды выбраться невозможно, если вас стреляют. Невозможно. Вы уже никогда не выйдете. Вы там умрете 100%. В этой версии вода — это смерть. Гарантированно. Я вижу его. Опа, здорово. Твою мать! Я буду за него умирать. Я решил прямо сейчас.
А, я, по-моему, понял. Два стрим-снайпера в одной команде в гараже. А, нет, это тот, чего меня убил. Что он? А, я понял, короче. Это был стрим-снайпер, который там. А этот, это рандомный. А, я понял, все. Я понял. Пиздец. Это был стрим-снайпер, который лежал в гараже. Потому что, ну, один в один, как я делал. Прямо именно лег в твоей же точке. Все, точно. Максимально последнее. Самое последнее в моей жизни. Ну, в этот день. Самое последнее в моей жизни в четверг. Есть стрим-снайпер, походу. Это точно стрим-снайпер? Или не точно? Нет, это точно. Он ко мне прямо летит. Да, это стрим-снайпер. Нет, не ко мне. Maybe нет. Это не стрим-снайпер, походу. Просто челик. Да ну нахуй, ну, типа два стрим-снайпера сразу. Тупо читаки. Ладно, все, короче, всем пока. Один кулаками забиваю, другой сразу с автоматом уже. Всем пока, лицо, рука. Возможно, до завтра, возможно, до субботы. Посмотрим. Следующий стрим снова начну с Кайрима. Пофикшу тут баг.